Ремонт улицы Одесской пока идет по плану, в связи с чем частично меняется схема движения общественного транспорта. Из-за перекрытия участка Одесской от Рижской до Котовского изменятся маршруты трех автобусов. 7М пойдет по улицам Рижской, Пржевальского, Котовского, 7П по Республике Мельникайте 50 лет октября, 29-й по Республике Мельникайте и далее по своему маршруту. Таким образом, выпадет минимальное количество остановок. В принципе, интервал у нас не изменится. Если изменится, то буквально незначительно, ну, в первые дни, пока у нас пойдет по новому пути. Все схемы маршрутов уже перевозчикам доведены. Они уже знают, когда будет и как будут двигаться эти маршруты. Водители ознакомливаются сейчас. Изменения в движении автобусов вступят в силу 16 ноября. Напомню, ремонт этого участка Одесской продлится до 31 декабря.